Что бы в этой связи хотелось бы сказать, ни для кого не секрет, что улично-дорожная сеть города Одессы, конечно, на сегодняшний день уже не соответствует современным требованиям. В первую очередь это связано с тем, что ежегодно достаточно интенсивно растет количество транспорта, которое перемещается, передвигается по улицам нашего города. Естественно, это создает проблемы как для одесситов, так и для приезжих, гостей города. Таким образом, по поручению Геннадия Леонидовича, наше управление совместно с проектными организациями строит концепцию по дальнейшему развитию улично-дорожной сети города. Естественно, на сегодняшний день геометрические параметры нашей улично-дорожной сети уже не могут быть изменены в одной плоскости путем простого обычного расширения, поэтому предусматривается концепцией устройства многоуровневых развязок на ключевых магистралях, перекрестках, целью которых является достичь передвижения транспорта на нерегулируемых перекрестках и, естественно, до уровня практически беспрерывных магистралей. Пока рассматриваем ключевые такие моменты, как Глушков, проспект Небесной Сотни, Небесная Сотня Инглези, Небесная Сотня Левитана, площадь Толбухина, первая станция Люсдорфской дороги. Сейчас по площади Толбухина ведутся интенсивные предпроектные работы, изучение этого вопроса с целью определения состава проектных работ, с целью определения их ориентировочной стоимости. И уже буквально в следующем месяце, в начале, планируется объявлять тендер на закупку проектных работ по данной развязке. Также рассматриваются вопросы по расширению все же улиц, там где это возможно, особенно на перекрестках с предусмотром дополнительных полос для выезда, въезда. Предусматриваются карманы для общественного транспорта. На наш взгляд, все эти мероприятия улучшат пропускную способность улично-дорожной сети. Также мы не оставляем без внимания такой вопрос, как имеющиеся путепроводы в городе, некоторые из которых находятся в аварийном состоянии, например, такие как Ивановский путепровод, Овидиопольский путепровод, мост Строганова на Греческой. Собственно, вот такие планы у нас на этот год. Также не оставляем без внимания и вопрос автомобильной дороги север-юг. На наш взгляд, это достаточно амбициозный проект, но без которого городу нельзя развиваться. И мы активно работаем над этим вопросом, потому что данная магистраль все-таки разгрузит в значительной степени улицы нашего города.